Остановка, и мы идем на станцию железнодорожную, чтобы успеть на электричку. Делаю это все быстро, потому что опоздать можем. У нас скоро поезд. Вот автобусы все сюда съезжаются. Oh my god, it was bright green. It's the good thing to do something like that. It was like green. What is it? I swear you meant to go darker at the top of the road. Да чё нах теряется, столько народу никогда не видела. Мы зашли на Victoria Station. Огромный зал стациона Виктория называется. Station. Информация за табло. Табло с этими. С названиями городов, куда кто, какой поезд есть, какой район, платформы. Люди все ждут. Вот турникеты, которые должны тикеты свои сканировать. Везде продается, можно и в этих купить таких турникетах таких, которые продают билеты сами, можете с карточкой заплатить, а там есть еще кассы, которые на наличные продаются, так что проблем нет делать. Везде информацию, можно спросить все, что вы хотите. Красиво такое.
Дечка пока идет оформление документов, играется игрушки, там полный пакет игрушек всяких. Видно, устал. Наша модель бельгийская. В Англии не канает. Ладушки, смотри. Красивая центральная площадь, очень красивые автобусы, красивые такие. Там кто-то поет, он старается. Дечка капризничать начинает. Зайчонок! У тебя все? Дождик пошел, мы тебя засунули в этот кап. А, дочоночек, солнышко, мы тебя засунули в этот кап, да? Моя сладкая девочка. Автобусы, да? Красные. Зайчоночек сладкий спит. Но я бы не сказала, что столько народу много, да, сейчас? Ну, не так, как в Париже, прям протолкнуться невозможно было, правильно? А здесь и не так, прям загружено. Есть, конечно, где в основном вот, туристов много, где вот достопримечательности всякие. Сереж, как жалко, что тебя нет рядом. Увидеть очень красиво, нереально. Это знаменитый Биг Бен. Она гуляет, да? Yeah.